Привет. Смотрю, много чемоданы привезли. И кроссовки давай. И кроссовки много. Сейчас вас покупатели спрашивают. Нравится? Мы уже у вас две пары. Ну что, значит такие. Это третья. Давай еще покажу. Это третья пара. Мы у вас уже две пары. Сказали, что приходим. Вы нам все сказали. Нет. Ну, сейчас вот я не мог я. Мне вот эти понравились. Я сказал, что потом придут. Черные. Вот эти или вот эти? Это белые. Мы не торопимся. Очень большие, мужские, женские, Puma, Adidas,
если захочешь. Да, я так думаю. Твои мысли мне нравятся. Очень мне много New Balance. Nike, New Balance. А если на дискотеке пособрались? Опять Air Max. Нет! Какой размер? Ну, сказал, вот, они вам должны налезть, только чуть-чуть маловато. Может, померяйте, пожалуйста. Да, вот ох, Санёк, опять Nike, Air Max. Меня уже довели две. Большой размер. Они просто должны, если они вообще не полезут. Сильно малые? Да, как раз у меня размер меньше. Мне бы на размер больше. Вам какой опять? 38, да? Мне не разберешь. Ну, и у жены 38. Ну, она, опять же, 38. 38, исходя из 38. Мне прям жена. А где жена такой? Нет, вот, давай. На один раз. А жена давай. Она, наверное, 38. Нормально, там прям. Я туда часто гости. А сколько такие Air Max стоят? Они у вас недавно пришли. Вот. Air Max красивые. Да, вот эти сколько? 650. 650. Минус скидка? Минус, у тебя 150. Потому что рядом туда, минус 600. Но я знаю, что дороже. Я знаю, что у вас дешевле. Вот 650 и минус еще скидка. Кроссовки такие. Мы туда часто отдыхаем. Поэтому люди и берут их здесь по 2-3 пары. В Москве дешевле. Нет. Вообще был в стране 7 лет назад. Доллар был 30, сейчас 7. Мне 16-15, кому твоя. Может быть, да. Не нравится все. Балованный ты, блин, а? Как она с тобой живет, а?